Уважаемые телезрители, мы видим репортаж с места захоронения легендарного героя национально-освободительного движения Кореи Хон Бондо. Ему исполняется 140 лет со дня рождения. И на нашей казахстанской земле, в городе Кызылорде, покоится его прах. И вот сегодня акимат города, Ассоциация корейцев Казахстана, Фонд Хон Бондо проводит этот знаменательный день. Все. Прежде всего надо сказать, что если мы в прошлом году широко отмечали 70-летие проживания корейцев в Казахстане, то в этом году, 2008 год, это год 140-летия Хон Бондо. Это выдающийся патриот Кореи, народный герой, который захоронен по воле судьбы вместе со всеми корейцами в 1937 году был переселен в Кызылорду, и здесь он нашел свое последнее пристанище. И вот в рамках проведения юбилейных мероприятий, посвященных именно этой дате, 140-летию Хон Бондо, вот в эти дни в Кызылорде проводятся большие культурные, научные мероприятия. Ну, история создания этого мемориала, ну, несколько она имеет интерес, потому что о Хон Бондо долгое время не знали. И вот в 50-х годах прошлого столетия его имя уже стало известным. И, значит, бывшее захоронение было вот недалеко от здесь сторожки. В 1982 году было перезахоронение Хон Бондо вот на этом месте. А в 1993 году у нас в Кызылорде, в год 125-летия народного героя, в Кызылорде образовался фонд, общественный фонд имени Хон Бондо. И тогда одним из первых проектов этого нашего фонда это вот как раз создание такого мемориального комплекса, посвященного памяти героя. И с тех пор, вообще, с самого начала кызылординцы, конечно же, Кызылорда занимает большое место переселенческой истории корейцев Казахстана. И поэтому с самого начала кызылординцы вот хранили, хранят и будут хранить память этого патриота, потому что именно имена таких патриотов, выдающихся личности, они как бы нам придают такой дополнительный оптимизм, силу, чтобы вот здесь корейцы, в многонациональной семье Казахстана, чтобы мы здесь прижились и дальше, значит, здесь проживали. Поэтому, образно говоря, Кызылорда, кызылординцы, значит, как бы являются зарубежным потомком Хон Бондо, поскольку у него на родине не отыскалось родственников. Поэтому для нас это, для кызылординцев, это очень большая ответственность, потому что нам и дальше предстоит, значит, хранить, продолжать память о наших патриотах. Хон Бондо 장군님 탄생 140주년을 맞이해서 기념 행사가 개최되어서 여기 오게 되었습니다. 먼저 이 기념 행사를 개최하게 해준 그저로르다 그 주정부, 그 시정부에 감사드리고 그리고 우리 홍 범도 장군 그 기념 사업회 그리고 우리 고려인 협회 그 지원에 대해서도 감사드립니다. 그 금년은 특별히 광복 그 63주년을 맞이하는 그 뜻깊은 해입니다. 63주년을 맞이해가지고 우리 정부도 큰 그 기념 행사를 했고요. 이 63주년을 맞이하여서 저희들이 저희들 앞엔 또 다른 과제가 있습니다. 먼저는 우리가 그 통일 한국을 이루어야 되는 과제가 있고 저희들이 또 한 번 선진국으로 도약해야 된다는 그런 그 두 가지 과제가 있습니다. 저희들은 그 이 두 가지 과제를 위해서는 우리 홍범도 장군과 같은 우리 애국지사들의 그 애국심을 다시 한번 그 뒤돌아보고 이분들의 그 애국심을 그 배우는 데서 저희들은 그 통일 한국도 가능하고 또 번영된 그 통일 한국도 가능하다고 생각됩니다. 정말 중요한 순간에 이 뜻깊은 행사가 개최돼서 참 기쁘게 생각하고 다시 한번 우리 홍범도 장군님 그 우리 선열들의 애국심에 대해서 정말 깊이 감사드립니다. 감사합니다. Мы находимся на улице, которая носит имя легендарного человека, имя Хон Бондо. Как говорят, лучше поздно, чем никогда. Пусть прошло 140 лет, мы вспомнили,
имя этого человека. И вот благодаря Кызылординскому филиалу Ассоциации корейцев Казахстана, таким людям, как Лев Николаевич Ким, которые приложили много усилий, чтобы увековечить память. И вот вы за моей спиной видите домики, которые помнят те года, помнят этого легендарного человека, который ходил по этим улицам, страдал, думал. И, наверное, сегодня потомки, глядя на эту улицу, не должны забывать тех людей, которые отдали свои жизни за их свободу, за их счастье, за то, что мы сегодня живем в прекрасной свободной стране.